живописный одесский дворик. Это домик местного сторожа Дика, который гуляет по двору, никого посторонних сюда не пускает. Аппарат, конечно, класс, какой разговор тут, профессиональный. Будет срезать? Не знаю, но хочешь, срежь. Я срежу вот там. Ты думаешь так? Да, ну это же вообще, а вот это вот. Слышишь, Наточка, вот так вот пообрезай, а вот это вот воткнул. Я не умею воткнуть, давай я. Подержи тогда.